Здравствуйте! Программа «День за днем» на Ивантеевском телевидении. С вами Алексей Ермущик. Сегодня в выпуске вы увидите: лидер в лидерах, межведомственный рейд вышел на ледовую арену. Ровесница Подмосковья, когда дорого внимание и почет. Не зарастет экскурсионная тропа, аншлаг в Ивантеевском дендропарке. Об этом и многом другом прямо сейчас. Для удобства юных спортсменов и жителей города. Готовность к новому учебному году в Ивантеевке проверяют и в учреждениях дополнительного образования, в том числе в сфере спорта. С этой недели в полную силу функционирует ледовая арена «Лидер». В «Лидере» перед входом на ледовую арену в этом месяце установлен специальный турникет для воспитанников детских секций и клубов. Так что теперь родители всегда будут знать, был ли ребенок на занятии. Заместитель главы администрации Дмитрий Чинихин проверяет надежность конструкции и уточняет, каким образом дети будут получать карточки и проходить через турникет. Установка повышает антитеррористическую безопасность спортивного учреждения, которое работает с 6 утра до 12 часов ночи. Здесь занимаются фигурным катанием и хоккеем более 200 воспитанников детско-юношеской спортшколы, а ежемесячное число посетителей превышает 2000 человек. Также комиссия оценила завершение работ по организации ливневки у ледовой арены, что особенно актуально перед началом сезона дождей. Временно без горячего водоснабжения остались жители микрорайона Бережок и улицы Хлебозаводской. Подачу газа на котельные, которые являются частной собственностью акционерного общества коммунальной системы Ивантеевки, приостановило подачу газа акционерное общество «Газпром Межрегионгаз Москва». Администрация города предпринимает все меры для возобновления подачи газа. Ситуацию комментирует заместитель главы администрации Ивантеевки Дмитрий Чинихин. У нас, к сожалению, сегодня «Газпром» Межрегионгаз Энергогаз остановил подачу газа на котельные, которые эксплуатировались компанией КСИ, коммунальной системой Ивантеевки, в связи с задолженностью этой компании за поставленные энергоресурсы. На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что переданное когда-то муниципальное имущество по решению суда должно быть возвращено в город. Сейчас главой города ведутся переговоры с «Газпромом» для того, чтобы восстановить теплоснабжение, да, и подачу газа на эти котельные на период передачи этого имущества в муниципальную собственность от коммунальных систем Ивантеевки. Нами уже вчера написано письмо. К сожалению, ни «Газпром», ни коммунальная система Ивантеевки нас в известность не поставили заблаговременно. Сегодня мы договорились с «Газпромом» о подписании договора цессии, о том, что наше муниципальное предприятие, которое будет в дальнейшем обслуживать это оборудование, примет на себя долги, которые были образованы этой организацией перед «Газпромом». Ну а дальше уже будут юристы, я думаю, в судах заниматься передачей имущества и выяснять, кто кому остался должен после такой успешной сделки. Перед жителями Бережка мы, конечно, можем только извиниться, что такое произошло. Я надеюсь, что после передачи котельных в муниципальную собственность теплоснабжение только улучшится. Они не проданы никому, не забираются «Газпрому» за долги. Да. Ну, считаю, что это сделано специально коммунальными системами Ивантеевки, понимая, что они проигрывают суды. Просто в какой-то момент остановили платежи и искусственную задолженность перед поставщиками энергоресурса образовали. Задолженность не критичная, поэтому я думаю, что мы в кратчайшие сроки с «Газпромом» согласуем графики погашения этой задолженности и восстановим работу котельных. В любом случае, как уведомляет КСИ, что это до октября месяца, до начала отопительного периода, в любом случае этого не случится. То есть, ну, это до конца недели, может быть, в течение недели. То есть в кратчайшие сроки, естественно, мы эту ситуацию нормализуем. О школе ЖКХ и повышении грамотности населения в этой непростой сфере, подготовке к зимнему отопительному сезону и работе в Ивантеевке советов домов. Смотрите программу «Актуальное интервью» завтра в 18:30. Гость в студии Ивантеевского телевидения – председатель Ассоциации многоквартирных домов Анна Дунаева.
Вы возглавляете ассоциацию уже около года. Расскажите, какие результаты вашей работы вот можно отметить? На сегодня создана сеть советов многоквартирных домов, которая постоянно в взаимосвязи и в тесном контакте находится с отделением ассоциации для того, чтобы оперативно решать проблемы, которые возникают у них в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ассоциация реализует множество разнообразных проектов. Все они направлены на повышение грамотности жителей в сфере жилищного законодательства. Житель должен понимать, что если его права нарушены, то он должен уметь свои права защищать. Мы также помогаем им реализовывать вот эти возникшие проблемы, которые у них в многоквартирном доме, в жилом помещении, либо во дворе возникли, и держим на контроле. Как ассоциация со своей стороны контролирует этот вопрос? Каждый раз, когда мы встречаемся с жителями, мы всегда проговариваем, что у нас один раз в год проходит подготовка дома к зиме. И в первую очередь активные жители, советы домов многоквартирных должны принимать в этом участие. Но вы же помогаете и принимать ремонт, да, правильно? Приемка работ, так как и эта государственная программа осуществляется с учетом совета дома. Совместно с подрядной организацией, с органами местного самоуправления проходит осмотр дома по итогам работ. Что главное в вопросе взаимодействия жителей и управляющей компании, на ваш взгляд? Я считаю, что необходимо выстроить взаимодействие с управляющей компанией, так как... Когда мы с вами в рамках закона работаем, в рамках договора, то здесь они понимают. Если мы пишем заявление по своему обращению, то они должны в 30-дневный срок предоставить нам ответ. Юбилейная медаль 90 лет Московской области учреждена в Подмосковье. Постановление об этом подписал в августе губернатор Андрей Воробьев. Ей будут награждаться граждане, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Особое внимание в этом году и ровесникам Подмосковья. На фабричных фотографиях вся жизнь. Евгения Никитишна приехала в Ивантеевку в 1946 году, 17-летней девчонкой. Очень город, зеленый стал, вообще город. А раньше здесь вообще болоты были, даже вон три тонны квакали, я у тетки жила. Закончила школу ФЗУ, а затем всю жизнь Евгения Никитична работала на фабрике имени Дзержинского катонщицей. Вязали чулки, фельдеперсовые. Потом эти машины поломали, поставили катонные. С Германии, что ли, закупали. Катонные машины, капроновые работали. Секрет долголетия Евгении Никитичны в любви к окружающим. Она совсем не выходит из дома, больные ноги, но рядом любимая внучка и правнук. Каждый четверг двери Ивантеевского дендропарка открываются для самых любознательных и интересующихся ивантеевцев и гостей города. На бесплатных экскурсиях побывали уже более 500 человек. Плоды, в которых еще нету орешка крепкого, используют как варенье. И также в лечебных целях используют в народной медицине как народный антибиотик. 10 применений маньчжурского ореха и других интересных видов растений и их плодов. Посетив экскурсию по дендропарку имени Яблокова, каждый станет экспертом в ботанике. 125 сортов деревьев и кустарников. Многие можно потрогать, погладить и сфотографировать. Большинство – редкие, привезенные с Дальнего Востока, Средней Азии, Европы и Северной Америки, прижившиеся в нашем саду. Масса положительных эмоций, подышали свежим воздухом, узнали очень много нового для себя, какие виды, какие подвиды. То самое интересное, что можно было засадить всю территорию Советского Союза саженцами. Вот. Спасибо всем за проделанную работу. Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям города. Посещайте, посмотрите. Не надо куда-то иногда, оказывается, далеко ехать. Оказывается, и в родном городе много всего нового, интересного и познавательного для нас. И с правой стороны другая пихта. Вот это и являются родителями этой красавицы, которую мы с вами видели при входе. Пихты имени Ермакова. Наш дендропарк – один из самых старых в стране. Ему, как и большинству местных растений, 83 года. После того, как питомник был передан в областную собственность, его руководство и Министерство имущественных отношений приступили к восстановлению профильной деятельности предприятия. В дендросаду была проведена большая работа. Вывезено более 1300 сухих деревьев, территорию оградили, а также установили таблички около некоторых растений. Удивительный дендропарк, гид прекрасный, достаточно квалифицированный. Действительно, мы много чего удивительного увидели.
у нас широко открыли глаза от того, что вот эта изюминка у нас в Ивантеевке. Необыкновенная красота. И если еще немножко поработать, то это будет просто сказка. Я думаю, народ будет болеть валом. С сентября на экскурсию в дендропарк имени Яблокова будут приходить школьники на необычный, наглядный урок по окружающему миру и биологии. Экскурсии организованы руководством Ивантеевского лесопитомника правительства Московской области. Елена Цифаркина, Антон Рябов, ИТВ. И в завершении выпуска о погоде на завтра. У лета 19-го остались еще силы, и погода в последнюю декаду августа решила нас побаловать. В четверг 22 августа днем температура прогреется до 24 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. Утром и вечером чуть прохладнее, около плюс 18 градусов. На этом у меня все новости на сегодня. С вами был Алексей Гермущик. Всего вам доброго. До свидания.